Всем привет! Вы на канале Jabbix, меня зовут Богдан, я ведущий этого канала, и сегодня я покажу, какие приложения установлены на моем айфоне. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить мои новые ролики. Также после просмотра... Кто впервые на моем канале, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также после просмотра можете ставить лайки, дизлайки на свое усмотрение. Ну и кого интересуют какие-то вопросы, можете писать в комментариях, я постараюсь на все вам ответить. Поехали к обзору. Итак, ребята, напомню, что iPhone у меня 7, и сейчас я покажу все приложения и игры, которые установлены на моем iPhone. Поехали. Первое приложение — это BlaBlaCar. Кто не знает, это приложение для того, чтобы вы могли с любой точки доехать в другую любую точку. То есть здесь зарегистрированы все водители, которые катаются по Украине и не только. И, в принципе, вы здесь можете написать город, где вы находитесь, также написать, куда вам нужно. И, соответственно, водитель, который захочет вас подвезти, может принять заказ и доехать дешевле. Второе приложение — это OLX, я думаю, это все и так знают. Дальше открывает наш топ приложение Shazam. Это приложение для того, чтобы распознавать какие-то песни, когда вы идете, например, услышали какую-нибудь песню, вы можете просто шазамнуть, телефон ее автоматически слушает, распознает, находит в интернете и выдает вам точное название. Aroma Kava — это приложение. Значит, в Украине есть очень много, это самая большая сеть кофеен в Украине, здесь вы можете посмотреть, что сейчас на данный продается момент, также можете собирать бонусы, потом купить кофе бесплатно, и также можете узнать цены на любое из меню Aroma Kava. Дальше установлен Viber, это и так понятно, Instagram, Privat24, VK, Away, это приложение для отслежки вашего транспорта, то есть здесь вы можете вводить любой город, где бы вы ни находились, также ввести любую маршрутку, автобус, неважно, и доехать и посмотреть, где находится ваш автобус, маршрутка, когда она уже будет на вашей установке. Дальше приложение FaceApp, это что-то типа Photoshop, добавлять улыбку и, в общем, все, редактировать ваши фотографии. Все ссылочки на приложение будут в описании. Дальше Skype, Badoo, Go Plus Cam, это приложение для того, чтобы моя камера, которая в экшена, видео наблюдения, мог я с любой точки мира, где есть интернет, смотреть, что делается у меня в студии. Приложение NIMS, обзор полный есть на канале, ссылочка будет в описании, можете перейти и посмотреть. Здесь вы зарабатываете нимы за реальные часы в вашей жизни и потом, собственно, можете обменять на какой-то товар. Дальше приложение YouTube, Mail.ru, это и так понятно. Творческая студия YouTube — это приложение, которое позволяет полностью управлять моим каналом YouTube с моего телефона. Дальше приложение Mi Fit, обзор был тоже на канале, это приложение для моего Mi Band Xiaomi, вот третьего поколения, это полное управление моим браслетом. Обои — это приложение, где я скачиваю себе новые обои, здесь очень удобно, можно выбирать любые обои, то есть избранные, лес, футбол, вантажные часы, ну в общем все вы можете это выбирать и очень быстро скачивать на ваш iPhone и устанавливать. Приложение Enum — это подтверждение, чтобы заходить в ваш аккаунт WebMoney, и новая почта — это все, чтобы пользоваться новой почтой, то есть здесь вы можете отследить ваши посылки, где они находятся, какая сумма для оплаты, найти отделение, оплатить посылку, создать посылку, в общем все, что с этим связано. Дальше приложение Color Bump — это игра, Sea Battle — это Морской бой 2, дальше Knife, ну игры я показывать вам не буду. Приложение Тачка — это что-то типа такси, здесь вы можете тоже как BlaBlaCar, только по вашему городу. То есть здесь вы регистрируетесь, пишете ваше имя, фамилию, где вы находитесь. То есть вы здесь можете регистрироваться в качестве водителя и также в качестве пассажира. То есть если вы пассажир, вы можете с любой точки города поставить, например, включить геопозицию и написать, что куда-то вам нужно доехать. Вы сами вводите здесь сумму, например, ставите сумму 20 гривен, и любой водитель может это посмотреть и, если, собственно, согласен, подвести вас или предложить, например, сумму побольше. Приложение Авторио — это
где приложение, в котором можно покупать автомобили, мотоциклы, любую, короче, технику. В общем, вот и все, что установлено на моем 7-м айфоне. Каждое приложение, название будут в описании, ссылочки тоже будут в описании. То есть, если кому-то что-то понравилось, вы сможете перейти и скачать. Также, кому что было непонятно, можете писать в комментариях, задавать любые вопросы, я постараюсь всем на них подробно ответить. Также, если видео понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки, это уже на ваше усмотрение. Всем спасибо за просмотр, вы были на канале JVX, и всем пока.